школьников появилась возможность обучиться в Казанском федеральном университете по направлению татарская журналистика совершенно бесплатно. Такой конкурс объявила телерадиокомпания «Татарстан. Новый век». По этому случаю прошла пресс-конференция, где на вопросы журналистов отвечал генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. С этого года Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций прекращает прием студентов на очное отделение бесплатно. Все. Бюджетные места кончились. Это, естественно, со всей остротой ставит перед нами вопрос подготовки национальных кадров для работы на телевидении, особенно на национальном языке. Под хэштегом «Айда на ТНВ» стартовал конкурс на поиск талантливых выпускников средней общеобразовательной школы. Очень важно для работы журналиста, для подготовки будущих журналистов, это конкретная практическая работа. Мое мнение, 80% практики, 20% теории. Так нужно готовить сегодня журналистов средств массовой коммуникации. В университете меня все устраивает, потому что есть университетское телевидение, с которым мы очень плотно сотрудничаем. Оно имеет постоянное вещание. Сейчас проходит активный прием заявок, который завершится уже 19 апреля. По итогам отбора участники пройдут 3 тура. Жюри будут смотреть на умение школьника раскрыть тему, представить свою точку зрения, грамотно задать вопрос и многое другое. Финалистами станут 3 человека, которым телеканал ТНВ полностью оплатит учебу. Генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов предлагает подключиться к этому проекту другим средствам массовой информации, чтобы как можно больше школьников были подготовлены по направлению татарская журналистика. Сделаем татарскую группу. Ну, надо ее делать, понимаете, нельзя не делать. Если мы хотим, чтобы у нас существовала еще татароязычная пресса, чтобы у нас существовала это, ну, татароязычный интернет, чтобы у нас существовало татароязычное телевидение, радио, газеты, ну, нам нужны татарские журналисты. У участников конкурса есть реальная возможность получить шанс на бесплатное обучение в одном из ведущих вузов, а также после обучения стать полноправным сотрудником телеканала ТНВ. «Мы ищем детей, которые тянутся к слову», отметил Ильшат Аминов на пресс-конференции. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.